Как оказалось, совсем не больно, не страшно. Мы пришли на второй этаж бизнес-центра УАЗ, чтобы посмотреть, как проходит открытие нового пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. Ближе к дому или работе и меньше очередей. Пункты вакцинации в Ульяновске работают наравне с поликлиниками и больницами. Врачи признаются, желающих привиться много. Первым делом медицинский осмотр и сбор анамнеза. Только потом укол вакцины. Если никаких нет противопоказаний, человек допускается до прививки. Мы делаем пока две вакцины. Гам-ковид-вак. Это спутник ВИ. Второй компонент идет через 21 день. И эпивак, корона. Этот компонент идет через 14 дней. По желанию. На вакцинацию приходят люди разных возрастов. Елена Яшина сначала сомневалась, стоит ли прививаться. Но она бросила все сомнения и поняла, что ей это необходимо. Как-то вот сейчас вот уже пересмотрела, что, наверное, надо. Потому что все равно находишься среди людей, куда ты ходишь, куда ты ездишь. И поэтому, наверное, это необходимость уже для каждого. Если бы я сидела дома, то могла бы как-то войти в 40% и не делать вакцину. Пункты вакцинации открыты во многих торговых центрах города, в многофункциональных центрах. Сделать прививку может любой житель Ульяновской области, вне зависимости от места проживания. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинация продолжается. На сегодняшний день специалистами медсанчасти сделано 22 300 доз вакцины. После прохождения полного курса вакцинации на сайте госуслуг предоставляется сертификат. Илья Михно, Сергей Гудаков, Улправда ТВ.